Сегодня с вами Светлана Ярлыгаева. Я вас научу, как правильно готовить салат на каждый день. В состав этого салата входит немножечко сухариков, помидорка, сыр, колбаска, чеснок и лук. Ну, для начала давайте порежем колбаску. Мы ее порежем ломтиками, но тоненько. После того, как мы нарежем колбасу, мы приступим к луку. Ну вот, я почти уже нарезала, осталось совсем чуть-чуть. Порежем лук. Лука, в принципе, немножечко. Его мы режем как можно мельче. Нужно добавить в самом конце. Теперь нужно сыр. Натираем сыр. В принципе, одного, ну, грамм 100 достаточно. После этого мы должны положить туда немножко чеснока. Соль, перец можно добавить во вкусу, а заправлять это будем майонезом. Наш салат готов. Всем приятного аппетита!